Новый учебный год – время новых возможностей и свежих начинаний. Студенты, ученики и преподаватели с волнением и энтузиазмом готовятся к предстоящему учебному этапу. Мы решили узнать у ульяновцев, как они готовятся к 1 сентября. Заканчиваю все домашние дела, готовлю чемоданы, потому что скоро уезжаю. Я учусь в Москве. Как готовился? Ну, например, мы с папой покупали карандаши всякие, пеналы. И потом кровать, потому что это моя собственная комната. Я там буду делать уроки. Может быть, ты что-то новое купила к учебному году? Да. Что купила? Новые карандаши, краски, кисточки, палитру, тетрадки. Я книги прочитала две. Что ждешь от нового учебного года? Мотивации, надеюсь, и хороших оценок. Надеюсь, в новом учебном году я исправлю оценки по математике и по русскому. Ну, хороших оценок. И побольше, чтобы были хорошие учителя. Новый спортзал. Угу. Что еще? Картины новые. Ну, ремонт в школе большой. Ну, новые знакомства, новые друзья. Ну, все. Мотивации, хороших оценок, конечно. Положительных эмоций каких-то, наверное. Мы пойдем в школу в следующем году.